всем привет, меня зовут Сергей, это автомобильный проект на портале uprawda.ru. Тема сегодняшнего выпуска будет не совсем обыкновенна и, возможно, даже прогнозируема, ибо на носу 1 сентября, поэтому мы едем в ГИБДД Ульяновской области. Итак, сегодня у меня в гостях начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Ульяновской области Ольга Дунавова. Ольга, прокатимся немножко по городу, поболтаем. Да, вопрос номер один к вам. На носу учебный год, и каждый год дети, ну то есть ГИБДД предъявляет повышенный интерес, внимание к тому, чтобы детская смертность, ну и аварийность с участием детей была ниже. Что предполагается? Сергей, наверное, нужно сказать о том, что не только госавтоинспекция, госавтоинспекция работает совместно с Министерством образования и науки Ульяновской области, госавтоинспекция работает совместно с родителями, только совместными усилиями мы сможем предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Если говорить по итогам 7 месяцев, а мы пока с вами будем говорить, сколько дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних до 16 лет, я подчеркиваю, произошло на дорогах нашего региона, то статистика говорит следующее. У нас зарегистрировано 73 ДТП с несовершеннолетними, в которых, к несчастью, к сожалению, погибли 2 ребенка и 75 детей получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего в дорожно-транспортные происшествия у нас попадают дети-пассажиры. Вот, например, дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 15 августа в Чердаклинском районе. 6-месячную девочку перевозят в салоне транспортного средства на руках. Происходит ДТП, ребенок пострадал. Каждый родитель должен помнить о том, что руки матери никогда не спасут ребенка в ДТП. Только детское удерживающее устройство. То есть кресло-люлька? Кресло-люлька-бустер. То есть, внимание, даже, вот часто распространена такая вещь, то есть у меня у самого 2 ребенка, и мы когда ездили, ну там дети еще были маленькие, мы по детским поликлиникам ездили, мотались, и очень большое количество родителей, я замечал, возили детей даже не в люльках детских, вот этих креслах, а вот это как она, люлька от коляски. То есть, которая, по сути, мягкой является, и это не является же безопасным. Это не очень безопасно. Тоже безопасно, это, по сути, все, что на руках. Самое главное то, что в настоящее время можно приобрести автолюльку уже с рождения. Вот смотрите, ну, очень интересная особенность, да, это, наверное, менталитет, я не знаю, это менталитет ульяновский, менталитет российский. То есть, мы очень многие вещи делаем, лишь бы не попасться на штраф. То есть, ну, сколько там эта люлька стоит? Там самая простая стоит там 1500-2000 рублей. Я понимаю, что некоторые родители, ну, такую хитрую отмазку для себя находят, отговорку, да, правильно сказать, о том, что затем буду покупать какое-то дешевое кресло, потому что толку от него нет, все равно, что я ребенка на руках буду держать, а на дорогое там за 5000, ну, например, да, у меня нету денег. Но согласитесь ведь, что даже самое дешевое кресло в любом случае лучше, чем ребенок вообще на руках. Совершенно верно. Мы только что с вами говорили. Я приводила пример дорожно-транспортного происшествия в Чердаклан, да? Ребенок весит 10 килограмм. При резком торможении вес ребенка увеличивается в 30 раз. То есть 300 килограмм ни один человек не может удержать. 300 килограмм ни один человек удержать не может. А так это еще неожиданно, это же рывок происходит. Совершенно верно. Как выбить из водителей, когда они верят в то, что якобы вот... Вот если бы мы были, если бы мы были пристегнуты, то там была бы нам смерть, а тут не было ремней, вот мы вылетели из машины и спаслись. Вот один случай там на миллион ДТП, я понимаю, что такие, возможно, бывали случаи, но вот это настолько глубоко сидит, это мнение в умах. Вот снова Чердаклинский район. Несколько лет тому назад. Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибает вся семья. Бабушка, дедушка перевозили ребенка. Ребенок находился в автолюльке. Благодаря автолюльке он не просто остался жив, у него не было ни одной царапины. А у всем остальные они... Совершенно верно. Опять же,
по поводу расположения детского удерживающего устройства. Когда ребенок находится в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сидении посередине, а на сегодня это самое безопасное место, в данном случае ребенок не пострадает, либо он получит незначительное повреждение. То есть вокруг него много свободного места, вот эти зоны деформации, то есть он, по сути... Одно время были очень популярны вот эти накладки на ремень, которые как раз попадали под категорию этих иные удерживающие устройства. И водители очень активно ими пользовались для того, чтобы, ну, пристегнуть ребенка. Хотя по факту понятно, что при ДТП это просто все расстегивается и, по сути, ребенок... Давление на грудную клетку. То есть сейчас от этого уже, это уже запрещено. Иные удерживающие устройства, это были подушки у нас, да, сейчас... иные удерживающие устройства вообще исключено из ДТП. Только автомобильное кресло, только соответствующее росту, весу. Только детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка. Совершенно верно. И еще раз акцентируем внимание на то, что даже с младенчества, даже вот когда вы из роддома забираете ребенка, он уже тогда должен быть в специальном кресле люльке. В автолюльке. Совершенно верно. Поэтому прежде чем тогда купить автомобиль, либо покупая автомобиль, мы уже должны подумать о том, что у нас есть дети, и вместе с автомобилем мы едем в магазин и покупаем детские удерживающие устройства кресла для своих детей. Во-первых, и всегда мы должны думать о безопасности своих детей, о своей безопасности, своим личным примером ежедневно показывать то, что мы не нарушаем правила дорожного движения, садясь в автомобиль. Если родители всегда пристегиваются ремнем безопасности, ребенок автоматически делает то же самое. И у него никогда в голове не возникнет мысли не пристегнуться. Такое просто невозможно. Несмотря на то, что детские автокресла в обиходе уже давно, вокруг них сложилось немало мифов. Разберем наиболее распространенные. Миф номер один. Детей до 1 года можно возить в переноске от детской коляски. На самом деле делать этого нельзя. Дело в том, что обычные переноски не имеют достаточной жесткости и у них нет систем креплений. Во-первых, ребенок в такой переноске бултыхается, как карандаш в стакане. Во-вторых, само кресло не закрепляется в машине. И даже в случае незначительного ДТП малыш получает существенные травмы. Миф номер два. Можно купить одно универсальное кресло от рождения и до 12 лет. На самом деле, производители детских автокресел не могут разработать на 100% безопасную конструкцию, которая в одинаковой степени могла бы защитить как 4-килограммовое тело новорожденного, так и 36-килограммового подростка. Поэтому в любом случае придется покупать два автокресла. Другой вопрос, в каких категориях будут эти кресла? Например, первым будет кресло групп 0-1, а второе групп 2-3. Либо первая группа 0, а второе групп 1, 2, 3. Миф номер три. Бескаркасное кресло и кресло-бустер обладают хорошей защитой. На самом деле ни бескаркасное кресло, ни бустер не могут сравниться по безопасности с традиционным каркасным. Ведь бескаркасник – это не что иное, как просто набор ремешков. При этом нет подголовника, который защитит шею ребенка при боковых столкновениях. Нет каркаса, который берет на себя часть ударной нагрузки, защищая позвоночник. По той же самой причине опасны и бустеры. Областных мероприятий, да, у нас проходят рейдовые мероприятия, но статистика радует. Статистика радует то, что в настоящее время родители стали все-таки детей пристегивать и приобретать детские удерживающие устройства. Вот. То есть сознание все-таки медленно, но меняется. Да. И количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей пассажиров у нас снизилось вот по итогам 7 месяцев. Это тоже есть. Помимо детей пассажиров, еще большая проблема — пешеходные переходы и непешеходные переходы. Взрослые перебегают дороги, дети за ними перебегают дорогу. Вы знаете, Сергей, что хочу сказать по детям пешеходам. Вот дети у нас правила дорожного движения знают. И дети чаще всего четко знают только на зеленый сигнал. Только по пешеходному переходу, убедившись, то, что тебя водитель заметил и пропускает. Важный момент, что он заметил. Это очень важный момент. И вот на сегодняшний день
каждый взрослый должен научить ребенка и сам должен знать, даже на регулируемом пешеходном переходе, даже на зеленый сигнал светофора, каждый из нас должен убедиться, то, что водитель увидел, водитель тебя пропускает, только после этого начинает движение. Просто, к сожалению, несколько дней назад я стала свидетелем очень не просто некрасивой ситуации, а вопиющий случай, как поступают взрослые. Заволжский район, Новый город, может быть, даже вот тот мужчина, пешеход, не услышит нас. Пешеходный переход около ленты. Стоит мужчина, стоят два мальчика 12 и 10 лет. Мужчина идет на красный. Твердой, уверенной походкой идет на красный. И мальчики начинают движение за ним и понимают то, что красный, и возвращаются назад. Мужчина поворачивается и продолжает движение дальше. Ну это как, сиюминутная выгода. Я сейчас прибегу на минуту раньше здесь, а то, что ты можешь немножко там в морг попасть, это вот, к сожалению, не всегда включает. Сергей, каждый из нас пешеход, да? Даже водитель становится пешеходом, даже водитель становится пешеходом, да? И ни для кого не секрет, ведь маленькие дети делают замечания родителям, когда взрослые переходят проезжую часть на красный сигнал. Делают замечания, но почему-то родители не придают этому значения и тащат за собой ребенка. А ребенку 4 года, его научили в детском саду. Он говорит, нельзя. Родители этого не слышат. У родителей цель быстрее, трамвай уедет сейчас и все. А вот по поводу пешеходных переходов, да, вот, к сожалению, ну, я не буду говорить за всех пешеходов, но у меня есть такое ощущение, что взрослые пешеходы не знают о том, что в правилах дорожного движения, которые вроде бы написаны для автомобилистов, ну, там, мотоциклистов, да, есть на самом деле такой большой раздел обязанностей пешеходов. И что у них тоже есть обязанности. Да, вот как вы говорили, посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности. Вот, да? Извините, вот перебиваю вас, да. Вот сейчас мы с вами, я не знаю, обратили вы внимание или нет, переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Папа, ребенок и папа велосипед нес в руках. Вот все это правильно. Правильно. То есть на сегодняшний день у нас, к сожалению, взрослые и дети, повторяю, за взрослыми, на пешеходных, перед пешеходными переходами не спешиваются и на велосипедах переезжают. 8 таких ДТП у нас есть, 8 детей попали в дорожно-транспортное происшествие. Вот если каждый родитель будет делать так, помимо того, что папа в одной руке несет велосипед, второй рукой он держит своего ребенка на зеленый сигнал светофора. Дети не могут оценить правильную дорожную ситуацию. Они еще не осознают, когда транспортное средство с какой скоростью движется, когда оно подъедет к пешеходному переходу. Поэтому только при условии, если их водитель видит. Когда транспортное средство остановилось, только после этого начинает движение. И еще очень важный момент такой, который я замечаю как водитель и стремлюсь донести до своих детей. Ты как пешеход должен быть прогнозируем, в том числе для водителя. Возможные ситуации, которые могут возникнуть на дороге. Вообще, Сергей, в настоящее время рекомендуют родителям, если ребенку нет полных 10 лет, не нужно, чтобы он самостоятельно переходил проезжую часть. Все-таки детей до 10-летнего возраста нужно, чтобы сопровождали родители. Вот молодец, женщина, повернулась, посмотрели. Ребята, притормозили, посмотрели, убедились и пошли дальше. А то вот я, ну мы вот, у меня была в одной передаче, где мы как раз разговаривали про вот пешеходный экстремизм. Наушники, капюшон, полетел, не посмотрев. Потом думаешь, ну в итоге вот как бы понятно, что водитель виноват, но с другой стороны, ну ты сам спровоцировал, чтобы тебя сбили. Совершенно верно.
Особенно если резко рванул. Вот опять же, то есть ребенок должен снять капюшон. Про наушники, сотовые телефоны. Я вообще не затрагиваю тему. Ни в коем случае при переходе проезжей части не должно быть в руках сотового телефона. И ребенок не должен разговаривать с родителями. Если, уважаемые родители, хотят спросить, где находится ребенок, и ребенок говорит, вот я подхожу к проезжей части, родители должны четко сказать. Телефон выключаешь, положил в карман, посмотри внимательно, все. Перейдешь дорогу, мне позвонишь. Есть вот. Хорошее... О, кстати, совет всем. Как я сделал со своей семьей. Смартфоны сейчас все... Ну, большинство людей смартфоны. Есть интернет, есть GPS-датчик. Мы с женой на картах внутри смартфона настроили показ местоположения друг друга. Зачастую было так, она мне звонила, ты где, едешь, не едешь, выехал с работы. Сейчас все очень просто, она мне вообще не звонит. И у ребенка также у нас настроен, то есть ребенок идет сейчас в первый класс, у него настроен такой же, как бы, показ геопозиции. Да, мама держит ребенка за руку, то есть они стоят около пешеходного перехода, она держит ребенка за руку. Чтобы не рванул. Совершенно верно. Вот я, когда прихожу на родительские собрания, я всегда у родителей спрашиваю, а как правильно ребенка держать за руку, когда вы его переводите через проезжую часть. Вот мы сейчас с вами стоим на красном, да, у нас есть время. Вот покажите, пожалуйста, как вы меня, вот я ваш ребенок, да, как вы меня будете переводить? Так, ну я буду держать, ну вот так вот, вот. Ну вот. Как он, альпинистский захват, то есть, чтобы... Так, секунду, я... На, ма, ну, да. Ну, неудобно нам с рук. Ну, в общем, вот максимальный захват. А вот зима, у меня варежка, я раз и вырвалась. Нет, зимой надо под запястье держать. Всегда ребенка нужно держать именно под запястье. Совершенно верно. В данном случае ребенок никогда не вырвется из вашего... Юные инспекторы движения наравне со взрослыми вышли на дороги города, тем самым напомнив водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Смотрите, на дороге дети. Не всегда за нас смотрите. Осторожнее, водители. Ведь тоже все родители. Пропустите пешеходов. Они будут вам очень благодарны. Обязательно. Как нужно вести себя на проезжей части, зачем соблюдать правила безопасности, тормозить у пешеходных переходов и соблюдать скоростной режим. Все эти постулаты, которые должен знать каждый водитель. Ребята вручили участникам специальные памятки и значки. Напомните, пожалуйста, детям о необходимости использования в темное время суток световозвращателей. Чтобы быть заметными на дорогах, чтобы водители их видели и успели вовремя снизить скорость, притормозить. Только за 7 месяцев этого года в регионе зарегистрировано 73 ДТП с участием несовершеннолетних детей. В 28 случаях пострадавшие дети являлись пешеходами. Ульяновская область по сравнению с другими регионами России по детским... По снижению детского травматизма? Да. По снижению детского травматизма по итогам 7 месяцев. Мы находимся на первом месте по ПЦО. Приволжского федерального округа. Да, совершенно верно. И на 6-м месте по России. То есть это то, чем можно гордиться? Это то, чем можно гордиться. Это говорит о том, что совместными усилиями нам удалось по итогам 7 месяцев снизить детский травматизм. Я живу в новом городе, у нас, ну, там такие длинные же дворы получаются, и машины припаркованы, и я всегда в своем дворе там поражаюсь, когда у меня есть там несколько, ну, жильцов, которые на машине там километров 20 в час едут. Я понимаю, что по ПДД я жилая зона 20 км в час, но я понимаю, что на 20 км в час в интервале припаркованных машин там в полуметре в этом выскочит ребенок, ты просто даже не успеешь отреагировать. Я там еду 3 километра в час, медленнее скорости пешехода. То есть лучше потихонечку, пусть меня сзади побибикают. Ну, в конце концов, ну что это двор? 200 метров, 100 метров. Ну, приедешь на сколько ты там? На 30 секунд раньше, что ли, в конец этого двора? То есть это прям вот все? То есть мир провалится, все? То есть наступит конец света? Очень бы хотелось, Сергей, чтобы вот все водители, все родители были такими. Может быть, просто часть водителей еще не имеет детей и не задумываются о том, как они дети себя ведут. Я просто, ну-ка, отец двоих детей, я просто вижу, ежедневно, условно говоря, какой бардак у них в голове. Но это естественный бардак, они дети, они еще не умеют, как бы, ну, думать категориями взрослых людей. То есть, понимаешь, они думают своими, да. Птичка побежала, мячик покатился, то есть, ему там не думает.
тут, ну, наверное, со временем все потихонечку к этому приходят. Просто желательно, чтобы приходили еще до того, не дай бог, сбили какого-то ребенка. Ну что, Ольга, прокатались очень много сегодня. Свежский район. Весь объехали, аж даже два круга сделали. Спасибо большое за большое количество примеров и интересных, вот как там с рукой, да, моментов. Я думаю, что наша встреча, наши передачи с сотрудниками ГИБДД будет это не последнее. Потому что я более чем уверен, что у вас большое количество ответственных лиц, которые готовы поделиться теми или той или иной информацией, которая будет полезна автомобилистам, велосипедистам, мотоциклистам, ну, в общем, и пешеходным, да, вот. Я согласна. Вот, поэтому еще раз большое вам спасибо. Завожу вас, откуда взял, в областной ГИБДД. Ну что, ребят, до новых встреч!